Всем привет, с вами Anaded Customs, и я сегодня и ближайшие две недели буду находиться на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проводится в Сочи. И сейчас у нас будет проводиться анбоксинг участника, целлофанового пакета участника, который выдается абсолютно всем. Итак... Такой классный пакетик, символ фестиваля с 14 по 22. Мы вошли в часть истории, а теперь давайте же войдем в этот прекрасный целлофановый пакет. Начнем с менее интересного. Пакет, который в пакете, скорее всего, это дождевик. Менее интересное, погнали дальше. Это вот такая вот довольно интересная и специфического цвета фуфаечка. Фуфаечка у нас желто-зеленая, безрукавочка, китайские пуховички рулят. Погнали дальше. Бейсболочка. Просто желтая, опять-таки, с логотипом фестиваля. Все довольно желтенькое. Еще из интересного, опять-таки, из одежды. Здесь можно действительно на этом фестивале нехило приодеться и, собственно, жить дальше. Толстовочка, джемпер. Пардон, я не разбираюсь в вещах. Джемпер. Толстенький джемпер. Выглядит он примерно как вот у того паренька. Паренек, привет. Сфокусируйся. Отлично, отлично. Вот. Отлично, прилично. Все шикарно сидит, и Атоля лежит. Отлично. Погнали дальше. Джемпер. Понятное дело. Следующее. Следующее у нас футболочка Поло. Таких же цветов, собственно, как и джемпер. Ее пока никто еще не одевал. Следующее. Чтобы нам все это добро с собой таскать, нам дается вот такая вот сумочка. Сумочка на длинных лямочках. Через плечо. Одели, положили, потащили. И самое интересное. То, ради чего, собственно, я действительно сюда приехал. Вот такая вот коробочка. Кто уже понял, тот молодец. Это телефон Ирбис. И сейчас мы, собственно, сделаем его анбоксинг. Итак, самое интересное, это, собственно, смартфон Ирбис. Многие сейчас будут, конечно же, говорить то, что да ну, он так себе, все дела. Ну, ребят, это как бы при том, что бесплатно выдается всем участникам мероприятия и к тому же еще волонтерам. То есть, ну... Получить смартфон абсолютно бесплатно, это того стоит. О, какая коробочка! Она такая классная, Нанет. Я не хочу дальше открывать, мне хватит этого. Ну, на самом деле, такая как бы матовая поверхность, и я сохраню. Мне прям нравится. Открываем. Так, у нас здесь в целлофанчике, в защитном целлофанчике. Аккурат вместе с поролончиком лежит, собственно, сам телефончик. Отложим его. Отложим. Так, это сюда. Так, у нас здесь идет, значит, в комплекте USB кабель и, собственно, разъем для зарядки. Здесь у нас какая-то наклеечка. Я не знаю, что за наклеечка. Как я понимаю, инструкция. Инструкция, что как к чему. И это самая очень веселая ложечка, которая тебе прям кричит: «А, у тебя Ирбис!» Молодцы. Ну, собственно, да, давайте откроем телефон. Это наклеечка. Вот, в чем прикол. У него сзади рисунок на крышке в виде логотипа. И, а вот сумма групп, я не знаю, что такое. Ну, сам прикол то, что вот этот вот классный. Кстати сказать, я не очень бы сказал, что у меня поцарапанная камера. Пацаны жалуются то, что на некоторых телефонах немножко поцарапана камера. У меня, ну, вроде бы так вот я сейчас на свет его фигачу. Давай, вот сейчас мне дают еще один телефон. У меня тебе как будто бы заляпано. Ну, такое, на самом деле. А может быть, там она на ней, этот, защитная пленка все-таки. Мне кивают нет. Ладно, отрываем. Но я ее сохраню. Ложись сюда. Телефоны, пацаны говорят, заряженные на соточку уже. И, в принципе, возможно, даже это удобно. Все у нас на андроиде, православном. И, собственно, телефоны у нас тоже православные, русские телефоны. Блин, ну вот, на самом деле, если сравнить с тем, что я хожу, ну, это лопата. При том, что я не люблю то, с чем я хожу, поэтому тебя нафиг.
Не знаю, я прям кайфую, мне прям нравится, реально. Я бы вот еще действительно под него бы купил этот самый чехольчик и вот стеклышко сюда, потому что его как-то потерять, разбить обидно будет. Конечно, я хотел бы с ним гонять каждый день. В принципе, мои телефоны живут долго, я особо-то их не роняю. То есть у меня моему Самсунгу дофига лет, и он ни разу не треснутый. Облезлый, но не треснутый. О-о-о, welcome, он говорит мне. Так, надо выбрать язычок. Язычок у нас с вами хороший, болтливый и, собственно, нет, не польский, русский. Где русский, турки, русский. Ой, не болгарский, русский. Россия. Начать. А, наверное, да, сим-карту. Он будет сейчас просить. Так, настройка. Мне тут подсказывают. Что, Артур, ну ткни, ладно уж, что ты. Настройка как новая. Хорошо, погнали. Ага, это помогают IT-специалист, прости господи. Погнали дальше. Сканер отпечатков. О, нифига себе. А, игра, чё? Отлично. Что? Это штучка. Блин, я так ее, я не знаю. Давай так. Главное теперь запомнить. А, у нас же тут для... Ничего себе. Вау! Ребят, и это бесплатно, понимаете? Вау! Классная игрушка. Мне нравится. Ну давай, давай, трогай. Давай, 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 давай. Yeah, I'm a win. Порядок добавлен. Добавить еще, круто. Нет, ребят, это мне все пока не надо. Настроить все позже. Добро пожаловать, спасибо. Вот такая сразу заставочка нас встречает. Сбербанк, Google, RT360. Я не знаю, что это такое. Play Market. Игры, World of Tanks, Blitz, понимаете, ребят? Сервисы, СМИ, все тут добавлено, тыкаем на меню, матч-клуб, воу, ВКшечка, браузер, радио КП, что, клуб православный, не знаю. Такая штучка, нет, я не хочу. Картонку кладете и смотрите, как 3D все, а больше я никаких приложений-то и не знаю. НТВ Клаб! У-ху! Ничего себе! Лайк FM. Я с этим все буду разбираться. Я очень тугой человек. Надо установить хотя бы, ну, там, телеграмчики, миллиграмчики. Я тоже в этом ничего не шарю, потому что нам здесь это все нужно для общения здесь. Короче, вот такой классный, реально классный телефон. Мне прям нравится. А тут, смотрите, тоже голубок летит. Какая красота! А на дворе 1 января. С Новым годом, ребята. Я вам желаю счастья, здоровья. Вот такой подарок я получил от Дедушки Мороза на 1 января. Всем спасибо, до свидания. А на этот кастомс увидимся, дай бог.